И смотрите, в чем прикол. Здесь так сделаны карты, что мои метеориты, они просто не падают вниз. Вы посмотрите, они падают наверху. И на тебя еще копья. А внизу... Нет, 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 нет! Ха-ха, жесть! А почему так быстро таймер кончается на этой карте? Ребятушки, все здорово, с вами и, конечно же, как всегда, Артемен, мы в игре Heels of Steel. Здесь вышло, как вы знаете, не так давно обнова, обновили у нас, ребята, бои 1 на 1. Там добавили новые карты, новые режимы, и я так понял, большинству из вас, наверное, понравился, ребята, этот новый режим. Я еще специально сделаю голосование у себя, ребята, на канале во вкладке сообщества, понравился ли вам, ребята, новые карты в режиме 1 на 1 или нет. Но сегодня я хочу взять самый сильный танк игры Heels of Steel и отправиться сражаться, ребята, на карту боев 1 на 1. Посмотреть, как самый сильный танк будет там тащить или не тащить, побеждать или не побеждать. Короче, очень интересно, ребята. И, конечно же, самым сильным танком, ребята, у нас, к сожалению, уже является не зениточка, а все-таки первенство переходит по всем совокупным, ребята, параметрам танчику бессмертному, потому что у него офигеть какая жесткая ульта. Ну, а ты, конечно же, подпишись, поставь лайкос, и я начинаю, ребята. Будем сейчас смотреть, играть в этих боях 1 на 1 чисто на самом сильном танке нашей игры. Посмотрим, ребята, сколько у нас будет побед, а сколько у нас будет здесь, конечно же, поражений. И сразу, ребят, смотрите-ка, против меня, ребята, попадается легендарный скорпион. И смотрите, в чем прикол. Здесь так сделаны карты, что мои метеориты, они просто не падают вниз. Вы посмотрите, они падают наверху. Ну, хотя противник тоже, смотрите, как катается наверху. Так что в целом-то все нормально. Ну, короче, ребят, после того, как здесь обновили карты, играть стало максимально, знаете, ну, странно, ребят. Вот максимально странно, потому что раньше, ты понимал, сразу начинал атаковать врага. Раньше все было как-то более-менее понятно. А здесь теперь, ну, знаете, есть вопросы. Смотрите, могу вызывать ульту прямо в воздухе. Чё, в смысле? А почему? Откуда по мне столько урона нанеслось? От падения, что ли? Да ладно. Неужели тут есть дамаг от падения? Короче, ребята, первый же бой, и походу меня сейчас этот скорпион просто тупо победит, ребята. И я не знаю, что тут делать, потому что он прямо впритык ко мне подходит. А как вы знаете, когда впритык подходит к тебе противник, а ты играешь на бессмертном, то ты ему почти ничего не можешь сделать. Короче, тут вот такая фишка, ребята, что тут реально, смотрите-ка, огромные карты, можно вот просто кататься на этих всяких летающих штуках. Противник вообще где-то сзади лазит при этом. Ну, короче, ты можешь большинство времени просто тупо гулять по карте, и с противником вы даже будете редко встречаться. Вот где противник? Вот где он? Он всегда, ребята, в старых боях 1 на 1. Он всегда был спереди, ты всегда знал, где противник, куда идти и что делать. Вот, а тут немножко будто бы непонятно. Смотрите, я его спиной могу бить. Давай, давай, давай. Он тоже, ребята, убегает. Очень странно, короче. Так, внезапка, внезапка. И давай, давай. Yes! Спиной, ребята, просто спиной завалил этого скорпиона. Вот, это был всего лишь один бой в этом режиме. Он был таким долгим, при том, что я играл на максимально прокачанном, ребята, до 20 левела, бессмертном. Окей. Наконец-то у нас стала карта попроще. Тут уже нету вот этих огромных островов и так далее. Естественно, все зависит от того, какая карта тебе выпадет, потому что есть более жесткие, есть более, ребята, простые карты, ну и так далее. Так, ну что, погнали? Погнали, собственно, сразу, ребята, врубаем тут метеориты. И вот эти, кстати, ангары, они реально сейвят. Они реально, смотрите, сейвят многие удары, то есть моих метеоритиков. И, по сути, я много даже промазываю, просто тупо промазываю. И, кстати, смотрите-ка, помните, у нас скорпион мог перелезть с одного ангара на другой, а бессмертный не перелазит. Вот он просто падает вниз. Итак, смотрите, в чем прикол у нас. У нас опять кончилось время. Я не знаю, противник где-то сзади. Внезапка началась. Так, погодите. Погоди, погоди, давай, бам! Yes, короче, в основном, ребята, реально, мне кажется, тут теперь многие будут побеждать просто на внезапке. Кто успел атаковать, тот и победил, ребята, потому что таймер боя, он быстро достаточно здесь заканчивается, реально быстро. Так, ну чё, карта у нас другая выпала, чуть посложнее, я бы так сказал, и погнали посмотрим, ребята. Пока что у меня, конечно же, все бои победные, но они все были, ребята, на тоненького. Если раньше я стопроцентно, ну, точно знал, что побеждаю, ребята, ну, играя на бессмертном, ребята, то тут, как бы, ну, не 100%, то есть внезапка, это значит, что тебя может уничтожить противник, а может и ты противника уничтожишь, ну, то есть все, как говорится, не предрешено. Вот, кто кого успеет, тот того и грохнет, просто у бессмертного есть такая фишка, ребята, что он умеет атаковать спиной. И вот для вот этих новых карт, вот этого нового режима 1 на 1, это, конечно, идеальная, ребята, способность, просто идеальная, потому
что ты можешь как раз спиной успеть атаковать противника, когда у вас внезапка. А когда внезапка, там, ребята, решает тот, кто первый нанесет дамаг. Вы это сами прекрасно знаете. Ну вот, наконец-то первый противник и первый бой, ребята, третий по счету в этом ролике. Когда я наконец-то победил противника, не дожидаясь вот этой внезапной смерти, не дожидаясь конца боя. Ну, наконец-то, как говорится. Так, давайте я поставлю вот такой скинчик на бессмертного. И отправляемся в следующий бой. И вот, наконец-то, выпала более-менее классическая карта, ребята. Да, классические карты они, конечно же, здесь оставили. Они, конечно, чуть по-другому выглядят, ребята, как вы все это здесь видите сейчас. Но все это дело у нас осталось. Никуда, как говорится, оно не делось. Так, ну ладно, собственно, давайте. В классических картах бессмертный, как вы знаете, у нас хорошо тащит, хорошо наносит дамаг. Короче, все делает нормально. Вот, зенитка, конечно, раньше, помню, ребята, была дичайшей просто имбой, но сейчас уже про нее такого, конечно же, не скажешь. Вон я ее размотал, ребята, смотрите-ка, у нее уже 3000 осталось. Так, а где она? Она наверху, все отлично. Я думал, она внизу, но нет, она наверху оказалась, я что-то ее потерял. Так, ну и, собственно, да, ребята, бессмертный в очередной раз доказывает уже в следующем бою, что он здесь король, ребята, он здесь король по урону, он король боев 1 на 1, так точно. Ну и боев 2 на 2 мне тоже кажется, что бессмертный у нас будет, естественно, король. Так, ну что, погнали, ребята, в следующий бой, собственно. И, о, опять выпала, ребята, эта карта с огромным количеством ангаров. Так, ну ладно, погнали, ребят, смотреть, что у нас будет здесь получаться сейчас. Выбираю с вами способность... Что взять? Ну, давайте супер здоровье, окей. Никогда нам, ребята, супер здоровье не помешает. Просто больше хпшек, больше шансов, как говорится, выжить. Давай, и пошли. Пошли. Вы просто смотрите, тут реально столько стало ангаров, столько стало мест, где можно засейвиться. И даже, ребята, мои метеориты, получается, не всегда хорошо работают. Есть места теперь у противников, где они могут сейвиться от моих, как говорится, ударов. Так, ну что, мы тут со Скорпионом гуляем по крышам. Нам, как говорится, пофигу. Кстати, да, своей ультой я по нему не попал особо. В основном я промазывал, поэтому нужно сейчас ему подать, как говорится, чтобы ему там сладко, как говорится, не было. Чтобы он почувствовал, что такое настоящий дамаг. Блин, у него там дрон лечит, надо его завалить. Все, минус дрон, отлично. Давай. Все, гасим, ребята, Скорпиона. Вот в этом бою Скорпиончика отлично гасим. Хотя он все равно зажимается, пытается, ребята, прижаться, пытается максимально мне нанести дамаг, именно прижавшись вплотную, ребята, к бессмертному. Так, ну что, я тут выполнил какое-то задание, как вы знаете, да, тут еще и новые ежедневные задания, это уже давно ввели. Но погнали дальше, возьмем вот этот, ребята, скинчик, называется он спецоперация, ну и let's go. О, классическая карта, ребята, классическая карта, наконец-то, обычная наша с вами карта, к которой мы уже привыкли. Так, ну погнали, собственно, больше урона возьмем, это будет очень хорошо, особенно, ребята, с этим, с этой нашей ультой, это будет вообще просто все замечательно, мне кажется, и полетели. Полетели атаковать, у нас здесь попался, ребята, противник просто танчик осадный. В принципе, противник легкий, несложный, и все должно быть окей. Так, с аптечку, стоп! Он забрал, в смысле? Я думал, я заберу. Так, ну ладненько, окей, ничего страшного. В любом случае, он сам по себе больше дамага наносит, по-моему, чем по мне. Так, давай, ну а тебе еще. И на тебя еще внезапно. Нет. Ха-ха, жесть. А почему так быстро таймер кончается на этой карте? В смысле? Вы видели, он быстро кончился. Я побеждал. Я его реально, ребята, гасил просто жестко. Но мне просто не хватило тайминга. Зачем разработчики уменьшили тайминг? На некоторых картах прям долгие бои. Долгие, ребята, тайминг. А сейчас было очень быстро, и я, по сути, вот один раз все-таки умудрился, ребята, проиграть. Причем на классической карте, даже не на новой, а это считается классикой. Да, конечно, у нее тут другой рельеф, все такое, но это классика, ребята, и все-таки продули. Так, ну ладно, возьмем супер здоровье, потому что это снова классика, и здесь против меня снова попадается танчик Скорпион, кстати, да. И у него двойная пуля, блин, жесть. А вот это, ребята, опасная ситуевина. Так, он уже где-то рядом, да, я так подозреваю. Ну-ка, где... Да, он, ребята, рядом, так, запускаем метеориты, собственно. И погнали, где ты? Где ты? Да в смысле, он не рядом? Чё за бред? Чё за бред? Мы только встретились, жесть, какая огромная карта. Блин, к сожалению, все мои практически метеориты улетели мимо. Они просто тупо улетели мимо цели. Так, ну-ка, Скорпиончик. Блин, у него еще и дрон. Да вы что, издеваетесь? У него дрон, двойная пуля. Почему, блин, ему так повезло? Ну вот есть такая фишка, ребята, что у бессмертного нету вот этих двойных пуль, двойного урона и так далее. То, что есть даже у Скорпиона.
Это, конечно, ребятки, минус, но ничего с этим не поделаешь. Все равно бессмертный остается один из самых сильнейших танков. Все-таки он сильнее будет Скорпиона, мне кажется. И сейчас, если, конечно, все будет нормально, мы это докажем. Да, аптечку кинь! Аптечку кинь, жесть, он не кидал мне, ребята, аптечку. Так, ну-ка, внезапка! Где... Ну, вот, ребята, второй раз продул. Просто потому, что он был впритык, ребята. Я вообще-то нанес удар, вы видели, но он был впритык вплотную. И все, он меня уничтожил. Короче, второе поражение подряд, к сожалению. Но имейте в виду, это самый сильный танк игры. Бессмертный, ребята. И я уже второй раз проигрываю за сколько? За 5 или сколько там боев я уже провел? Я точно не помню. Ну, короче, меньше 10 боев. И уже, ребята, вот такие вот результаты. Я бы сказал, не очень хорошие. Так, ну погнали дальше. Нам на удивление попадаются классические карты. И на удивление именно в классических, ребята, я проигрываю. И именно на внезапке. Потому что здесь капец какой маленький тайминг. Смотрите, 20 секундочек. Но в этот раз, кстати, я умудрился завалить осадного очень быстро. То ли у него был не прокачан танк, то ли чё, вот этого я сейчас не понял. Так, ладно, ставлю обычный скин, который для него считается самым крутым. И погнали, ребята, погнали атаковать всех, потому что у нас опять классика, ребята. В который раз мне попадается обычная классическая карта, так еще и, ребята, с танчиком Теслой. Ну, окей, let's go, собственно. И у меня двойной бустер выпал, это, кстати, хорошая штука. У меня будет, по сути, две аптечки, это реально очень хорошо. Так, ну погнали, ребят, сражение с Теслой. Ща как раз таки выясним, чё у нас здесь будет происходить с этой Теслкой. А ну-ка, иди сюда. И бамс, вот она, да, уже приехала. У нее там дрон. Эп, оп-оп-оп-оп-оп. Забрали аптечку или нет? Я что-то не понял. Короче, не понял, ребята. Так, и Теслку гасим. Теслку, конечно же, гасим, хотя он мне тоже так нормальное количество хпшек снес. Ну-ка, 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 на тебе еще. На еще получай. Ну, Тесла, короче, конечно же, ребята, победить Теслу в целом-то должно быть очень легко, потому что у нее очень, блин, слабая атака. Но в основном, ребята, самый главный дамаг, конечно же, на бессмертном наносит у нас эти наши метеоритики. И да, на Теслой, конечно же, очередная победа. Но не забывайте, у меня все-таки было два поражения. Ну что, давайте возьмем что-нибудь типа двойного урона, может быть. Может, это нам будет помогать на бессмертном более лучше сражаться. Но я не уверен, ребята, и вот. Новая карта мне попадается в очередной раз, еще и в очередной раз против бессмертного. Офигеть. Так, там наверху аптечку, надо ее срочно забирать, пока не забрал противник. Поэтому я, ребята, за ней, как говорится, погнал. Это сейчас самое главное. И враг тоже, кстати, идет сразу туда наверх. Так, вот он поднимается, да? Да, ребята, он наравне со мной, просто тупо поднимается. Все, забираем. Забираем, бэмс. А, он куда? Он вниз убежал. Он все-таки убежал вниз, что за прикол. Так, Солана, давайте тоже спрыгнем, короче, с этих островов. Вот, я спрыгиваю, вот так это все происходит. А, тут, кстати, реально динамиты, надо с ними быть аккуратнее. И вот, ребята, появился, наконец-то, наш скорпиончик. И он просто тупо сзади сидит в основном, то ли специально, то ли чё. Так, ну-ка, давай, давай. Ну, блин, где мои метеориты вообще не попадают, пацаны? Вообще просто тупо жесть. Так, ну-ка, давай, давай, давай. Теперь сейчас включу метеорит, ребята, и двойной урон заодно сразу. Давай, и бам, отлично, бам, блин, он впритык подходит прям на зло. Этот скорпион, конечно, ребята, опасный противник, но все-таки бессмертный в очередной раз у нас оказывается сильнее. И я в этом, конечно же, не сомневался. Давайте погнали в следующий бой, и классик, ребята. В очередной раз попадается классика, обычная такая горная карта у нас, и противник Арахнит. Так, ну по идее все должно быть нормально, Арахнит по идее слабее, чем бессмертный. Ну, надеюсь, так и будет, но у него двойная пуля, ребята. У него опять выпадает двойная пуля. Вот в этом и прикол, что обычным танчиком падают нормальные вот такие, знаете, всякие бусты типа двойной пули и так далее. А мне они никогда на бессмертного не упадут. Так, двойной урон, и если бы он не подбирал аптечку, жесть. Капец, мужики, с двойным уроном. Кстати, круто играть на бессмертном. Просто как только врубаете метеориты, врубаете двойной урон, и получается супер-мега-офигеть серия, ребята, с большим уроном. В общем-то, получается, ребята, что сыграли мы на самом сильном танке в боях 1 на 1 в новых, ребята, картах. Там нету старых карт, там все новые. И что хочу сказать, в целом бессмертный, конечно же, является самым сильным. Но все-таки он иногда проигрывает, ребята. Особенно на внезапках, если ты не успел уничтожить противника, то шансы, как говорится, очень быстро улетучиваются. Два раза все-таки я, ребята, умудрился продуть где-то из 10 боев. Поэтому имейте это в виду, конечно же, и будьте аккуратнее на новых картах. Ну и обязательно напишите, вам нравятся новые карты или старые для боев 1 на 1. С вами был Артимен, всем до новых встреч, всем пока-пока!